Вот внучек знает, что у меня зубов нет, так он мне конфеты с орешками подарил. Дедушка, меня опять били во сне. Это потому, что ты по ночам втихаря жрешь мои конфеты с орешками. Ну все, приехал. Нужно было еще вчера завещание составить. Ну все, дед, ты сейчас пожалеешь, что выжил в этой аварии. Погодите. Чего тебе? Так нечестно, вас четверо, а я один, и мне 90 лет. Так, вы двое идите за деда. О, сейчас мы вас порвем. Стойте, но так все равно нечестно. Что опять не так? Теперь нас трое, а вас двое. Дед, отвали уже, мы сами разберемся. Yeah.